Праздник прошел под девизом «Смех без причины – признак хорошего настроения». Настроить зал на мажорную ноту доверили четырем командам. Команде КВН Департамента молодежной политики МИУ «Делай как надо», сборной МИУ «Наши интеллигенты» и двум командам академического колледжа – это «Грибы» и «Оттенки студентов». Ребята представляли адлерские и мамайские корпуса. В роли жюри преподаватели на оценке профессора не скупились. Номера действительно были комическими, а шутки – остроумными и забавными. Мероприятие как ИВН стало уже традицией в нашем университете. Студенты всегда с радостью собирают команды и придумывают шутки. Они, находясь на сцене, не только поднимают настроение зрителям, но и сами развивают такие навыки, как умение держаться на сцене и работать командой. В своих номерах КВНщики Международного инновационного университета пародировали звезд, но не забывали пошутить и над собой. Комплексов в КВН быть не должно, подчеркивают юмористы. Сюжеты некоторых номеров можно брать на вооружение. К примеру, команда КВН «Как надо» продемонстрировала, как завоевать девушку, которую ничем не удивить. На самом деле все гораздо проще. Возможность играть в КВН, а также регулярно выступать на сцене, демонстрировать свои таланты, в том числе вокальные, танцевальные и ораторские, студентам только на пользу, отмечают сами ребята. Все это им придает уверенности в своих силах. Хочется поблагодарить ректора Международного инновационного университета Берлаву Галину Алексеевну и весь преподавательский состав за то, что они дают нам качественные знания. Они нам дают стать не только хорошими профессионалами своего дела, но и развивают нас творчески. Порадовала преподавателей разминка. Здесь студенты также показали свою остроумие. По итогам же трех номеров переходящий кубок КВН Международного инновационного университета достался сборной МИУ «Наши интеллигенты». Остальные веселые и находчивые получили награды за креативный юмор и творческий талант. Следующее 1 апреля студенты МИУ настроены отмечать уже в составе городской лиги КВН. Галина Моисеевенко, Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ВКТ.